Доброе утро, мои дорогие. Ой, так плохо сегодня спала ночью. Все ждала грозы, просыпалась. Но нифига ни грозы, ни дождя, ничего. Вот. А встала с утра вот такое вот. Вот не знаю, что будет. Ветер. Но он и вчера был ветрище такой. Может, что и надует. Ну, хотелось бы дождя, потому что я вчера, честно говоря, не поливала ничего, потому что ждала дождя. Ну, ладно, посмотрим. Ну, очень хочется, потому что, во-первых, вчера был такой ветер, пыль несло. Такую, что просто вот невозможно. Да и уже и жара надоела. Ну, хочется дождя, но чтобы он не затягивался на 3 дня. Как обычно этим летом. Ну вот. Пошла в сарай искать салфеточку. Хочу сделать декупаж на тарелочке, на прозрачной. Ну, и попала под самое это. Ладно, поливай, поливай. А то надоело с этим шлангом ходить. Ой, сразу так дышится хорошо. Красота! Ну, а я пока гроза, дождь, сделала вот пару вот таких сережек. Ой, девчонки, ломала голову. Что-то еще блестящее. Перебор. И сделала я просто 2 вот таких вот маленьких сережечки. Ну, это, скорее всего, конечно, наверное, для девочки. Ну, такие прям ягодочки. Кому нужно, может быть, в подарок, пишите. Стоят они 300 рублей. Ну, смотрите, как смотрится-то. Вот, и сделала еще... Вот я тут слоников покупала. Сделала вот такие вот серьги. С янтарем. Это янтарь натуральный. Такие вот симпатичные слоники получились. Они правые и левые, что очень хорошо. Так вот. Вот такое настроение у меня сегодня. Вот, есть у меня вот такая салфетка, вот с такой царских времен, с такой парой. Но это, не знаю, но мне кажется, это не русские, не российские правители. И вот тарелка есть такая прозрачная. Я-то хотела, конечно, сделать обратный декупаж, то есть вот с той стороны. Но она, видите, какая тарелка-то? Она посередине непрозрачная. Вот, так что придется делать отсюда. Ну, вот как сделаю, я вам покажу. Вот такая интерьерная тарелка будет. Можно на стеночку повесить или куда-то поставить. Ну ладно, в общем, потом покажу. Пока делать буду. Дождик кончился.
А я за это время переделала сатуар. Вместо него сделала вот такое многорядное украшение. Застежка лебедь. Такое вот получилось симпатичное украшение. Длина у него около 55 сантиметров. Вы посмотрите, какие я конфеты вчера купила. Девчонки, как камушки настоящие. Ой, вообще. Ну надо же. Первый раз увидела такие конфеты. Ну как не купить-то? Ой. Ну что, мои дорогие девочки и мальчики. Вот. Ну, еще не доделано. Надо все стряхнуть, покрыть лаком, сделать эту. У него так-то более-менее нормальная голова. Просто изгиб тарелки там. И когда в наклоне, это я все стряхну лишнее. Вот. Ну что, я сегодня даже видео не набрала. Потому что целый день работаю. Работаю, девчонки. Стараюсь чем-то заниматься, чтобы голову немножко... Ну, с Андреем все не очень хорошо. Если не сказать больше. Вот, и я очень переживаю, и уже и плакала, и с Сашкой разговаривала. Плачу, она: мама, что ты делаешь? Тебе нельзя нервничать, а ты вот, и я говорю, что делать теперь? Так что вот так вот, девочки мои. Время уже 8 часов. Скоро закат. Но я не буду сегодня закат снимать. Веселиться, девчонки, нечему. Я так надеялась, что будут новости хорошие. А их нет. Но я все равно надеюсь. Надеюсь и... Прошу всех, кто там можно, кто там за это отвечает. Ну, не знаю. Я буду просто счастлива, если все будет хорошо. И тогда буду радоваться и веселиться. Ладно, мои дорогие? А сейчас пока... Пока не до этого. Вот. Я выложу видео это, оно коротенькое, но... Ладно. В общем, я вам желаю, чтобы у вас вот таких плохих новостей не было никогда. Чтобы все ваши близкие, родные, друзья, чтобы все были здоровы, чтобы ничего ни с кем не случалось. Я понимаю, что так быть не может, но мне очень хочется. Вот. И пусть у вас все будет хорошо. Ладно? Ну, а мы увидимся завтра. Надеюсь, может быть, завтра будут новости получше. В общем, мои дорогие, хорошего вам вечера, спокойной ночи. Пусть все будет хорошо. Пока-пока, мои дорогие. До завтра.